Перед началом торжественного мероприятия в фойе учебного заведения собрались выпускники школы разных лет. За 100 лет своего существования школа выпустила из своих стен тысячи учеников, более 300 из которых – золотые и серебряные медалисты. Всматриваясь в толпу, бывшие ученики искали соседей по парте и школьных друзей. А потом, разглядывая фотографии, вспоминали школьные годы. 55-й. Это мой. Да, это мы. Конечно, Николай Владимирович. Мы действительно любим свою школу. Мы знаем и храним бережно ее историю. Мы стараемся шагать в ногу со временем, чтобы предоставить всем равные возможности для получения образования. Мы мечтаем о будущем и строим планы для того, чтобы это будущее воплотить в жизнь. И сегодня, дорогие гости, мне хочется сказать, что учащиеся, педагоги школы с большой любовью приготовили вам рассказ о нашей школе, о ее истории, о дне сегодняшнем и о наших мечтах. Торжественная часть мероприятия состояла из нескольких частей, представлявших школу прошлого, настоящего и будущего, которую подготовили учащиеся школы. 100 лет! Это много, друзья? Или мало? Что такое 100 лет? Это век или вечности миг? Завершение пути или новой дороги начало? Не понять! Не узнать и не вычитать это из книг. 100 лет назад в школе обучалось всего 62 человека, а сегодня 315 учеников. В разные годы первую школу посещали Надежда Крупская, дети Республиканской Испании. В военные годы школа работала как госпиталь. В этот знаменательный день школу навестили первые лица города и почетные граждане Орехово-Зуево, а также ветераны педагогического труда. Люди, которые отдали все самое лучшее и светлое своим ученикам. Элементарно, Ватсон! О, 2. Значит, вот сюда 2. Вот 2. Сколько на 3? На 3, 2. Вот сюда. Так равенство. Спасибо. Сегодня школа №1 – это образовательное учреждение, где созданы условия для получения качественного образования, обеспечивающие конкуренцию ее выпускников. В школе работает свой пресс-центр, который выпускает газету. Что у школы день рождения знают даже малыши, и сегодня поздравления здесь звучат от всей души. Основанная 100 лет назад школа №1 хранит и приумножает свои давно сложившиеся традиции, стремится к новым успехам и достижениям. Администрации школы удалось создать работоспособный коллектив, увлечь своими идеями учеников и учителей, сделать все возможное, чтобы школа приобрела свое лицо.